Две недели прошло, как цветы пересажены. Не две, полторы, не надо обманывать, полторы недели. Передвигают подъемник на нашу сторону, будут делать частично кровлю. Скорее бы все это закончилось уже, очень долго все. Ну вот, подъемник переставили вот таким вот образом. Все, уезжают. Посмотрела, можно ли спать с открытым окном. Нет, подъемник далеко от стены. Вот этот подъемник вот так вот стоит. Проснулась 4:30 от того, что за окном громыхает гроза. Сверкают молнии, идет дождь. И вот так вот еще совсем-совсем темно. Льет дождь и гроза. И совсем не спится. И вот такое вот красивое небо. Будет хорошая погода. Дождиком моет машины. Повезло машинкам. Лила, куда? Вон на подоконник. На солнце, да? Что ты ворчишь? Помидоры забери, пожалуйста. То получается они внизу. Сколько это все стоит? Яблоки так. Сколько? Яблоки... 7. Помидоры. Помидоры и брусника 16. А сколько брусника? 7 литров. Литр 7 евро. А тут сколько? 2. 7 литр брусника стоит. Тут 2 литра. Да. И всего это? С помидорами 16. А, 4, значит, 2 евро стоит. А чё ж яблоки-то ты такие вот? Ну, одно попалось. Ну, так а нафига положи, вот так ну, вот? Ну, положили, видно так. Учу-учу тебя, что смотреть надо, да что кладут. Да учишься, что будешь сама ходить. А готовить кто будет в это время? Я больше волнуюсь, да. Не волнуй. Сказали, будут вскрывать кровлю, посмотрят ос. Ну, вот с утра сегодня не залетали, может, погода такая. Гроза, дождь. А сейчас вон солнышко. Хоть бы дождя сегодня не было. Ну, вот борщ практически готов. Здесь варю компот со сливой и с яблоками. Такой вот он получился. Красивый. Так, лук. 39 евро килограмм на 42 евро. Почему-то он без этого, без луковой шелухи. Так, помидорки 99 евро килограмм на 31 цент. Патрик, это не у нас, поэтому не ругайся. Красная паприка 2,49 килограмм на 0,08. Так, фарш говядина и свинина. На 2,89. Здесь 450 грамм. И курица 500 грамм. На 2,89 тоже 500 грамм. Вот такие вот покупки на 8,59. У меня очень приятная встреча. Пойдем, наверное, в кафе посидим. Какой здесь дворник молодец. Такой газон чудесный. Здесь вечером так шумно. Видимо, лагерь какой-то. Дети, наверное, здесь. Может быть, сейчас на море уехали, потому что погода очень теплая. И чего ты лаешь? Чего ты лаешь, моя хорошая? Да. Бывший детский сад. Ну вот здесь вот вечером дети очень шумят. Лето, каникулы. Скоро в школу. Вот почему-то здесь все вот эти собачки пушистые, шпиц, что ли их называют. Все очень такие вот агрессивные. Все время
На всех лает. Почему так интересно? Рыженькие, черненькие. Ну вот все такие шумные. Здесь когда-то был книжный магазин. Чудесный. Когда его открывали, это такое счастье было. Сейчас музей Сланца. Впереди была швейная фабрика, розовое здание. Потом был банк в 90-е годы. Сейчас на втором этаже гостиница, на первом этаже барчик небольшой. И вот Феникс казино, которые ночью шумят в 12 ночи, когда кто-то выигрывает. Салюты, у них салюты от радости. Вообще, конечно, очень шумно. Впереди вот это белое здание. Это белый зал называется. Здесь выставляются художники, картины. Когда-то мы ходили здесь. Куклы ручной работы выставлены были очень красиво. Такая вот художница есть, Ветрова. Из села Мяя, из города села Мяя. Вот я покажу. Это вот был праздник духового оркестра. 50 лет ему в Доме культуры. И вот я снимала, у меня осталось видео. Посмотрите, какие чудесные куклы. Какая она молодец. Где-то из белого зала есть уже куклы, надо будет поискать. Ну вот, чтобы вы имели представление, как создает эта художница такие вот чудесные, сказочные куклы. Волшебство. Я думала раньше, что вот в таком доме очень хорошие квартиры двухуровневые. Не знаю, может быть, они там и есть, но вот я в одну двухкомнатную квартиру заходила. Малюсенький коридорчик, узкая, как пенал кухня, неудобная очень, упирающаяся вот в такой балкон. В общем, квартиры мне не понравились. Очень-очень жарко. Старались по теневой стороне, но вот сейчас практически тени и не осталось.
Вывела на улицу Патрика. Ой, как жарко. Невыносимо. Немножко вот здесь походим. Среди цветочков. Я уже не знаю, куда его везти. Вон георгины надо поливать. Да все цветы уже надо поливать. Потому что жарище невыносимое. Бедные, бедные цветы. Как им это все не нравится. Вот что интересно. Ведь шел дождь, и сильный дождь. И все равно кажется, что дождя не было. Цветам и кустам не нравится жара. И мне тоже, кстати. Я все время мучилась, когда мы в Испании, в Италии были. По 5 раз на день в душ бегала. Все, Патрик крадется. Крадется уже к подъезду. Сегодня такая жара невыносимая просто. Вот кондиционер целый день включен, потому что окна закрыты, крышу делают, пыль летит. А на улице жара после грозы просто, я не знаю, наверное, под 40. Ни ветерка, ничего, просто жарит солнце, как ненормальное. В тенечке то очень жарко. По городу погуляли немножко, но невыносимо. Тени практически в городе нет. Уже один раз поел с большим трудом, еле-еле уговорила его. Только около 12 покушал Патрик. Пришла, он плакал. Оставался один. Владимир Андреевич тоже уходил. И Патрик один сидел дома. Патрюша. И вот Патрика быстренько-быстренько вывела. Немножко побегал по саду и бегом домой в припрыжку. Не захотел на улице быть, очень жарко для него тоже. Время без 24. А во сколько же я ушла? Я, наверное, из дома ушла около часу. То есть он 2 часа в общей сложности один побыл. Ну что, время 4 часа, работы закончены, все листы упакованы. Сегодня дождя не было, повезло. Кусок сделали крыши. Мой хороший, ты мой зайчик. Лежит себе зайчик среди своих подружек, да, Патрюша? Владимир Андреевича ждет. Ждет куколка, да? Ты мой сладкий. О, он весь. Мокрый. Слушай, я пришла домой, у меня лицо было багрового цвета. Я думала, у меня давление под 200. Это какой-то кошмар. Ну, тени не найти нигде, да? Да. Ну. А что ты в длинных носках-то, божечки мои? Светленькие носочки чистые там лежат. Мы что, все сговорились, что ли? Нет, ну так действительно, ну что это такое? Ну, вот жены не было тебе выдать носки. Нет, лень было одевать. Лень. Я хотел шорты другие. Вот видишь, какой ты ленивый. И при мне ленивый, и без меня ленивый, оказывается, да? Стражи, да? Ждем? Ждем. Чего ждем? Воду ждем. Воду? Тебе дома воды мало? Мало. Без воды же, знаешь, ни туда и ни сюда. Да, что-то недолго, 6:30 только воду еще привезли. Загружены. Ну да, жара такая, сказали, заказы большие. Сказали, что очень много заказов. Ну, конечно, жарища такая стоит. Всем пить хочется. Ой, какое окно грязное, да еще и муха вон прилетела. Вот откуда она прилетела, если окна закрыты круглые сутки сегодня, а? Грязное стекло. Ой, сколько елки-моталки. Скорее бы они закончили это все, помыть окна, стекла. И жить нормальной, красивой жизнью. Это как? Все цветы, вон, посмотри, от жары. Ой, какие они бедные, потрепанные все. Ты уже покушал, да? Ты второй раз покушал, второй раз. Ну-ка, иди-ка сюда, вылезай. Что ты как в будке там сидишь? Иди сюда. Иди на окошечко. Патрюшкин. Иди сюда. Иди, а у кого вкусняшки лежат? Вон, смотри-ка, тут вкусняшки. Вот и там. Подними, пожалуйста, а то растопчешь.
старого больного человека нагибаться заставляю. Работать. Патрик, бастуешь, не ешь вкусняшки, да? Патрик. Все он ест, когда хочет. Ну да, сегодня два раза поел, утром и вечером. В 12? И во сколько он? В 6 покушал, да? Да. Как будто свой сад. Столько яблок. Ешь не хочу. Бачок. А? Есть бачок. Здесь бачок. Так вот. В своем саду ты бы не собирал такие, ты бы хорошие собирал. Я бы все собирал бы. Да. Ты даже меня не знаешь. А за деньги видишь, как принес? За деньги то, что дают. То, что дают? Да. То, что продают, а не дают. Втюхивают тебе, Владимир Андреевич. Втюхивают. Брусничка. Надо будет с яблоками делать. Кастрюли нет. Сожгла. Сожгла, кастрюли нет. Не очищается. У меня в подвале есть, так что не свисти. Не очищается кастрюля, вот ведь. Просто теперь я размышляю, доверять тебе или не доверять. Варить варенье? Да. Давай не будешь доверять. Будешь сам варить варенье. Запросто. Да. А помнишь, как ты компот вишневый спрашивал, как делать компот вишневый и как варить вишневое варенье? Было такое? Компьютеров не было в то время. Да. И да. Ты меня вместо компьютера призвал к себе да. в гости, чтобы я тебя научила. Ой. Времена воспоминаний, да? Вот привезли водичку. Ну вот и хорошо. Ну что, в отпуске он что ли был? Нет. А что ж тогда другой привозил? Так бывает, говорит, у нас. Хороший этот парень, да, который воду привозит. Молодец, улыбчивый всегда такой. Приветливый. Приветливый он. Ну вот, опять мы с водой надолго. А то из крана вода не течет. На месяц. Да. Спасибо большое, что смотрите видео. Спасибо большое, что подписываетесь, что ставите лайки. Счастья вам, любви, здоровья, чистого неба над головой. Заходите ко мне на канал почаще. Всем пока!